не хочет куда-то в отпуск и не знает куда. Держи тебе карту. Изучай. Кто же не то взял? Классно выбили с вами. А что, можно заебаться? Хочу, все, вот отпуск. Паш, готовим всем на кладбище. В общем, Паш, ты у нас как строитель, что главное в жизни? Построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Ну, все, ты успеешь? Деревянного сына в доме. Надо еще потренироваться, держи. Вот, это тебе будет строить дом. Килограмм глины! Я слеплю хуй для вас на 8 марта. Теперь тебя будем поздравлять. Значит, наш подарок связан с последними событиями. Это когда у Мошкина на дне рождения ты на утро орал: «Кто насрал?» «Кто насрал?» Ты сам все поймешь, это прибор ночного видения. Сейчас пойдем попробовать. Чики полы, закройтесь в комнате. И... А тебя подъебали. Максим, коротко и все. В общем, Максим, все коротко. Вспомнили про тебя. И просто это первое, что пришло нам на ум. Макс, теперь можно без куни. Просто по башке. Так как ты учишься в МАИ, так как ты учишься в пищевом. Охуенно. Это уже начало. Летающую булку. Лера, я оставлю! Пиздатая тема. Ой! Спаси, схвати их за соски, они меня раздеть уже пытаются. Ты дурак, что ли? Пидор, ёбаный. А, блядь, о, блядь. Ой, молодец, спасибо. Мне подарился. Сука, пидор, ёбаный, ёбаный, блядь, чуть не вошел.